Так, сейчас нахожусь на довольно рандомном месте неподалеку от Фелдкрофта, только чтобы вот это вот сделать. Мне там всего две осталось теперь, и они обе как раз находятся примерно там, куда мне сейчас и нужно идти. Так что я... Вот задание вот тут, и вот две штучки осталось. Наверное, я не знаю, куда мы пойдем, в какую-то из них или нет, но... тогда, да, погнали сюда. Так, ну прежде чем я это буду делать, я все-таки лопну шарики и, наверное, все-таки действительно активирую те две штучки, чтобы они были просто готовы. У меня ачивка появилась. Короче, я был таким очень молодцом. Ой, платформочка. Тут, кстати, я одну из них не заметил в одной из предыдущих серий. Так. Так, задание находится там, а эта штука, одна из них находится вот здесь, вот где-то вот совсем. Прямо вот тут, около вот этой шахты. А, вот здесь вот. Мне кажется, почему-то, что мы сюда тоже как раз-таки и пойдем, но не знаю. И одна из них где-то вот на востоке от задания. Правда, где тут на востоке еще может быть что-то? Хотя, да, может быть. Но это не совсем то, что я хотел, но... Допустим. Давайте это... Пройду, раз уж я тут. Так, ну это явно вот так и вот так. Вот все, большой пес. И... Ага. Огромный, из нескольких звезд состоящий. Он там, что ли, находится? Здесь вот? Не знаю, подождите, где это находится? Вот там вот находится. Как туда попасть-то хоть? Я туда вообще могу сейчас попасть или только на задание? Как интересно. Похоже, что пока что это мне недоступно. Испытание Мерлина проходить не буду. Потом просто уже... потом. Nothing pleasant about this coast. I received your owl. Thank you. I'm glad you came. I spotted droves of Ranrok's loyalists coming up from the coast. Overheard one of them say they're headed to another cavern, like the one we found. How are they still one step ahead of us? They can't know about the triptych. I don't know. I did see another memory. This time, it was a keeper named Neve Fitzgerald. She was unnerved by Isadora's use of ancient magic. But I still can't be sure how any of it connects to Ranrok. These keepers are playing games with you. You need to press them for more information. It doesn't work like that. To access each of these memories, I have to complete a trial. It's not as easy as you think. They're showing me the memories in a particular order. They... Oh, either they don't trust you, or you don't care enough about Anne to ask the difficult questions. Что-то... I do care about Anne, but I'm tired of explaining myself. Perhaps we should part ways. That's not what I meant. I... We're just not getting answers. I need answers. For Anne. I know. Now, should we see why the triptych led us here? Да, какой-то он охреневший в последнее время стал. Before we spotted. Close eye out. I saw some of Ranrok's crew moving off the path just ahead. По серпантинам подняться. This mountain used to safeguard local hamlet valuables, but it's been abandoned ever since Ranrok took hold of the coast. Нам, наверное, все-таки надо идти по дороге, которая мне указывается. А, ну да. Так и есть. Ладно. Нет, ты, Себастьян, перестань тут выпендриваться. Я делаю все, что мне нужно делать.
ты! Это все. Урод. А, безревиновая тварь. О, еще одна бур-машина. Тут они, значит, что-то копают. Ладно. Очень бесполезно. А, мне туда и не нужно было. Ладно, это, я так понимаю... Да пофиг, нет. Бред. Not everyone does. Это данжик просто. Что? Да, у нас какие-то отношения внезапно напряженные стали. А у меня все еще отметка там стоит. Интересно, мы все-таки на задание на этом доберемся до этой штуки или нет? Чтобы пролететь туда не получается. Испытание Мерлина. Вот здесь вот. Ну давайте. I'm sorry we can both see thestrals. It's certainly not something I'd hoped we'd have in common. А, Флипенда, который я убрал. Что оно мне не нужно было. Флипенда! Блин. Давайте попробуем вот так тогда подделать. Эта фигня должна быть вот здесь вот. Вот. Так вот, теперь. А, ну тут вроде попроще. Вот так вот, и теперь... Вот так вот. И... Последний находится вон там. Ой-ой-ой. А, около стола астрономического. Блин, как-то я очень все не... Неудобно... Не в неудобном порядке сделал. Ой, наверное, надо было по-другому сделать, подождите. Давайте вот так вот. Вот так вот и вот так вот. И теперь вот так вот. Изи. 17 из 20. Угу. То есть еще 3 у меня разблокируется инвентарь, и потом все остальные, чтобы ачивку получить. Ну да, работы много. Так, ну ладно, тогда идем сюда. Беру-ка я эту хрень отсюда, пожалуй. Она для боя не сильно полезна. Wait, we should have some sort of plan. Да какой план? Мешочек. Блин. Вот так вот. Ой, я прям не знал, да, что щиты надо соответствующими заклинаниями пробивать, как будто вы, блин, вообще. What were you thinking? I was thinking about dead goblins. You could have got us killed. Что? But I didn't. Нахрена вот это было? Это я на них напал сам. Чё-то мне вообще не нравится то, как мы срёмся постоянно в последнее время. Как-то это не прикольно. Типа... О чем ты только думал? В смысле, блин? Если я сам на них напал?
Или, наверное, по катсцене должно было быть, что я пытаюсь по... беспалевно пройти, а он на них нападает, но я решил сам напасть вместо этого. Игра думала, что я более рациональный, но это не так. Whether it's a sword or a repository, whatever that is. Did you hear that, Goblin? Ridiculous notions of ownership. А где они хоть сидят-то? Они где-то заныкались там за стеной, да? А вот они где. На. Ничего из вас не выпало. Выпало. Вот это вот. Монеточки. И идем дальше. Да, это действительно идет туда, где вот это пламя. Это клево. Угу. Ай. Ладно. А что здесь? Просто лотик. Ну, легендарный сундучок, да. Так. Уважаемый Желез, в рамках проводимого министерством расследования слухов о незаконном разведении василисков через 2 недели к вам прибудет инспекция для осмотра курятника. Проследите, чтобы на территории домовладелия не было жаб. Напоминаем, что незаконное разведение василисков карается пожизненным заключением в Азкабане. По возникшим вопросам обращайтесь в Министерство магии, в отдел регулирования магических популяций и контроля над ними. Ой. Это случайно... Не... Не может быть тот чел, про которого в истории магии было бы что-то умер там сколько веков назад. Бред какой-то. Просто какой-то чувачок, которому не очень повезло, судя по всему. Ой. И лотик, лотик, лотик. Так, на тебя вот это сделаем. На тебя вот это сделаем. Ладно. Sebastian, wait, wait. For what? Что это? Why are you suddenly so cautious? Listen to me. I know you're angry and frustrated, but charging ahead now could undo all the progress we've made. Lord Gok said... Oh, your goblin friend. Stop it. That's enough. Not all goblins are like Ranrok. I am not the enemy. We want the same thing. To find answers. I thought we wanted the same thing. We do. Listen to me. Lord Gok has insights into Ranrok that we don't. He told me that Ranrok somehow knows about the Keepers and is searching anywhere connected to each of them. That's why they always seem to be one step ahead. I know what I'm doing. You need to trust me, or I don't see that we can continue together. Fine, fine. I'm sorry. I'm letting my emotions get the better of me. And I have been for a while. I do trust you. And I don't think I can help Anne without you. Good. Ranrok clearly knows more than we thought. We need to be careful and do this right, not just go charging in. We have our work cut out for us. We need to work together if we're going to find the final piece to the triptych. Agreed. Да. Ревелио. Так понятно, идти туда, но могу вот это найти, вот это найти, найти вот тут все. О, сколько всего! О-а! Найти вот это и ачивочку получить. Вокруг света с летучим пламенем. Я тут только что пришел, откуда вы там взялись, идиоты, блин, дебилы. Ну что ж, погнали, башня с туннелем. Найдите руны.
So far, so good. О, мертвые пауки. А, ну ладно. А, вот тут-то еще есть, да? Так-то. 63 уже. Мертвый гоблин. Это всегда приятно. А, ну давайте, давайте. Давайте на кого-нибудь из вас что-нибудь сделаем. Давайте я просто буду стоять и ничего не делать. Ну, защищаться только разве что. Так-то. Ой, могу Петрифус Таталус сделать, да? Или что? Я хотел Петрифус Таталус еще поделать. Там мешочек есть. Тут клыки, которые в стенах застряли. Где мешочек-то? Вот он. О, тут коллекция. Ну и... Офигеть. One nudge in that chest might have fallen. Oh, I think three nudges at least. Окей. Допустим, и что? Какая разница? Так, понял, надо идти вот туда вниз. Больше путей не остается. Могу спрыгнуть вот сюда, для того, чтобы найти то, что находится вот здесь вот. А именно сундучок. Ну то есть все как обычно. Ты-то зачем за мной идешь? Это мой сундук. These spiders are determined to make a meal of us. I'm sure we taste better than a goblin dinner. Revelio. Наверное. Фига. Revelio. Я иногда сам не понимаю, что я такого делаю, от чего они просто иногда умирают просто мгновенно. Окей, такая музыка. А, они сзади нас появились. Так, ну я вот это сделал. Ай. Ну, Мурлоком ли тоже, ладно, хорошо. Да. Что же здесь есть? Ой, там кто-то что-то. Пытается прорваться. Такое ощущение, а может и нет. Давайте хрени стрелять огнем, чтобы они уничтожались. Никого не выпускали. Что мне маленькие паучки не нужны. Они не засчитываются для испытания. О, опять вот это вот. Так. Да. Ой. А, вот ты теперь, да?
Ух ты, еще один матриарх. Ау! Давайте матриархи против матриархов. Вот. И теперь вот так вот. Getting through the cavern can't have been the only challenge. Perhaps we should search for runes. Revelio. Ну это конечно. Там коллекция. Да. Finding these chests, luck or instinct. We've seen rune symbols like these before. Ну да. Видели. Я-то их еще больше видел. Так, давайте все пособираем. Вот это тоже. Так, что у нас еще есть? Понятно, вот в эту дверь надо в конце концов попасть. Это можно тоже собрать. Это собрать. Это сломаю, чтобы оно просто тут мне не светилось. Это, даже вот это соберу. Даже Мурлокомлий. Мы пришли вот оттуда, что ли? Получается так. Ну-ка. Судя по всему, да. Да. Пришли мы отсюда, поэтому ничего больше не остается. Там ведь наверху ничего, на балкончике на том нет. Есть, но я туда никак не попаду. Так что, предположим, что нет. А эта паутина, ее можно сломать? Да. Так, что здесь еще? Это не могу. Записка четвертая. У меня получилось. Благодаря учителям мне удалось отточить мастерство и даже наколдовать несколько чудесных колонн. Однако сейчас я работаю над очень тонким заклинанием, так что пыл моей магии нужно убавить. Похоже на стирание воспоминаний, но это совершенно иная магия. Я извлекла глухой отголосок боли, таящийся над сердцем. В тот же миг появилась и сразу рассеялась едва заметная дымка. Спокойствие мыло меня, и я поняла, я все делаю правильно. Интересно, можно ли поместить такую дымку в сосуд? Если уж воспоминания можно хранить в омуте памяти, то ее наверняка возможно запечатать и изучить позднее. Sebastian, a journal entry. We should look for more. Why couldn't she have kept all our journal entries in one place? Ну да. Так, ну что ж. Так какой-то босс будет явно. А, понятно. Ух ты, у него глаза. Он, походу, под контролем. Ну, давай. Тролли мне нужны так-то. Он первого уровня? Что, простите? Так ты, чувачок. Ау. Ау. Я думал, ты под контролем. Так, паук. Скоро мне ачивку дадут, нет? Я могу тебя превратить? Нет. Ну да, логично, что это не работает. Давай еще раз. Попробуем. Nothing like an angry troll to bring friends together. Ачивку мне все не дают и не дают. Я не понимаю, почему. Неужели я реально меньше 50 врагов сделал Петривку с Таталусом? Как-то странно. О, а тут лутик есть, я знаю. Ревелио. Кунфринго. Очень полезно. Безумно просто. Так, это надо все починить, что ли? Реально?
таких масштабах. Так, тут вообще ничего нет. А там есть. Вот тут пройти, несмотря на этот мусор. Нет. Было бы странно, если бы мог. That was a piece of work. More than one. Revelio. Mm-hmm. Так, сундук, сундук. Денежки. Еще денежки. Ой, тут еще вот эта фигня есть, которую я не заметил. А как же я была рада наконец помочь отцу снова услышать его голос. Не могу даже описать, как сильно я скучала по нему. Должна признаться, меня ошеломила реакция хранителей. Наверное, этого следовало ожидать. Но как можно стоять в стороне, обладая силой, которая позволяет вершить великое добро? Как профессор Рекхам может указывать, что мне делать с моим даром? Какая дерзость с их стороны осуждать мою работу, толком ни в чем не разобравшись. И все же во мне теплится надежда. Директриса, кажется, поняла, чем я занимаюсь. Когда придет время, я наведаюсь к ней. Возможно, она захочет помочь. А пока я продолжу свое дело в одиночку. Но однажды я непременно найду того, кто поймет, таким даром мы наделены, и кто будет согласен со мной в том, что такую силу необходимо применять во благо. А пока что все узнано, я буду бережно хранить. И когда я встречу кого-то похожего на меня, то смогу разделить с ним свои познания. Revelio. A journal entry. Isadora was here. А, вот туда мне нужно, понял. Что сразу-то не сказали? Тут получится сразу запрыгнуть, да? Revelio. Там я все нашел. Ладно. Ты, конечно, просто телепортируешься. Денежки не нужны. Остальное все не. Ой, то есть денежки нужны, а зелья не нужны. Вот. Well worth it. Accio. Wingardium Leviosa. No. Revelio. Падай. That counts for something. А чё? В смысле, попытался. Я забрал то, что нужно было мне. Ничего ты не понимаешь. А как туда тогда попасть? Или мне сюда и не нужно попадать? Походу и не нужно. Ну тогда. О, шестая. С каждым днем я становлюсь все искуснее. Теперь я четко вижу это, что дело, которому я посвящаю столько сил, это мое истинное предназначение. Людей, обретающих покой, становится все больше. Сколько же боли в мире. Еще я поняла, что магия словно подтверждает, что я на верном пути. Каждый раз, когда я вдыхаю дымку, я снова словно наполняюсь силой. Меня вознаграждают за храбрость, за то, что я использую магию по назначению. Однако нужно найти способ хранить то, что я пока не использую. Я еще не представляю истинного потенциала этой субстанции, но не хочу рисковать. Есть у меня одна идея, пусть и ненадежная. Мне кажется, что нужно попробовать. Да. This journal entry sounds worrisome. Да, как раз эти хранилища магии и есть. This can't be a dead end. Must be another floor above us. Confringo. И вот этот сундучок еще. С монеточками просто. Ладно. Almost as good as if I'd done it myself. Ага. Revelio. Так, тут прыгать просто. This place can't have belonged to only Isadora. But the triptych pointed us here. Так, что тут еще есть? Снова вот эти штучки. Тут много мышек. Крысок. Ага, и вот это самая дверь, которая закрыта. А чё я не забрал вот эти деньги? Мне же они так нужны. Вот и всё. Ух ты.
Isadora must have honed her skill with ancient magic here. Так, исследуйте комнату. Давайте-ка я записку пока трогать не стану. А, вон там что-то есть. Ладно, лучше трону записку. Как я могла столь жестоко ошибаться? Директриса отказала мне. Я попыталась ей объяснить, но она не способна понять истинную ценность моего дара, как и все остальные. Вывод лишь один. Мне не на кого положиться. Впрочем, я сильнее, чем когда-либо. Это потому, что я делаю то, что должна. Я не позволю своей магии дремать без дела, как это делают хранители. Что за глупое название у них? Как будто хранить магию — это нечто достойное похвалы. Должна сказать, что уже не уверена, найдется ли на моем веку тот, кто разделит мои стремления. Если этого не случится, мои утешением станет мысль о том, что я подготовила путь, по которому сможет пройти кто-то другой. И тогда, возможно, этот кто-то сумеет сделать то, чего не могу я — исцелить весь мир. Ох-ох-ох. I know from the memories I've seen that the keepers and Isadora didn't see eye to eye on the use of ancient magic. I wish you could see one of those. Так, это понятно. Снова выход в крипту. Как обычно, это вот триптих, да? Но вначале сундук. Все, да? Да. The final canvas piece to the triptych. We've done it. Isadora should not have had to keep all this secret. I know from the memories I've seen that the keepers and Isadora didn't see eye to eye on the use of ancient magic. But I don't understand why she seems to have gone to such great lengths to tell her story without their knowledge. I wish you could see one of her memories. So do I. Эти фразы ты уже во фрироме говорил. Shed more light on all of this. Так, ну ладно. Попробуем, что же там будет показано. Ну посмотрим, что тут у нас посерединке будет. Don't keep me in suspense. Go on, place it. Ох ты. Кора. Опа, омут памяти. Another pensive. This is what we've been chasing. I wonder. What is it? Воспоминание. Let's find out. I cannot bring my brother back, Father. But I can give you peace. Это перед тем разговором, что это было, перед тем, как они все туда пришли. А, ну вот это мы видели, да. Это мы видели. Это вот уже именно ее воспоминания, наконец-таки. We are all most intrigued to hear. We're ready. Интересно, какие-то будут отличия, если от ее лица все это посмотреть. These are my colleagues from Hogwarts. Пока что даже углы камеры те же самые. Since my brother died. On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power to take away pain. Потом снова воспоминание с Нив будет, да? Isadora. His pain. Ой, что-то было. Углы камер все-таки дорогие немножечко. It worked. It did indeed. Of course it did. It's goblin silver. I need something much bigger. All right. It would help if you could tell me more about what it is you're storing.
Magic. Left over from a spell I devised to remove pain. But if used correctly, its power can be used to do even more good. Сейчас Себастьян захочет эту магию использовать, чтобы Анну исцелить. I only need to keep it safe until I can convince my colleagues of its worth. Magic like this unnerves some. Everyone's ready to wield such power. Perhaps not. Someone will be. She took away the pain. I knew it. Да, я так и знал. I knew there was a way to help Anne. Something isn't right, Sebastian. What do you mean? You saw what she did. No, not the memories, the portrait. I think the reason Isadora hasn't appeared is because she can't. I don't follow. We have seen that view before. The abandoned home in Felgroff, the destroyed painting, it was her. So someone destroyed a bit of enchanted canvas, but we found the memory. Yes, yes, you're right. We saw what she wanted us to see. We saw what she could do, what you can do. But I don't know how to do what Isadora did. Well, then you shall learn. The Keepers can teach you. Yeah. I'm not sure that they would. The Keepers believe that removing someone's ability to feel pain, it's a highly complicated, unpredictable form of magic. One that should be wielded with great care. If at all. If at all? You've overcome all of their challenges. Еще нет. You've more than proven yourself. You can wield it. You have the ability. Please, talk to the Keepers. If not for me, then for Anne. Блин. Такое себе. Why did the Keepers want to keep Isadora quiet? Why destroy her portrait? Не, ну потому что эта магия реально очень такая опасная, но они тоже что-то скрывают явно. Так, мне нужны задания. Новые, давайте. Дайте их мне. Все до единого. Так, что это у нас? I found one of Ranrock's drills in a mine along the shore. I intend to destroy it. I'm tired of trying to reason with him. You're welcome to join me, but if I don't see you there, I will reach out when I return. I have something to give you. Lodgok's getting himself into more danger than he realizes. I'd better find him. Так, но тем временем тут наверняка еще задания дополнительные какие-нибудь появились. Это вот что, например, портрет в плачевном состоянии. Давайте. Somebody help! I've been kidnapped! Че? Sir, are you all right? You seem to be in some distress. All right? Do I look all right? I've been kidnapped! How can you be kidnapped when you're right here? What sort of question is that? Of course I'm right here. I've more than one frame. Do you only have one home? It's my other frame. It's been stolen. And by students, no less. They paid filthy fees to steal my other frame. Okay. Oh dear. That sounds awful. Awful is exactly what Astoria Cricket is. She's behind all of this. She and her friends were moaning about me of all the nerve. Then I heard a plot to enlist a gang of good-for-nothings to have me stolen from the Three Broomsticks. That's why my other frame hung. Hovel of a place. Though I suppose one could do worse. I once knew a portrait who ended up in the Hog's Head. No one's heard from him since. Right. So back to your frame. Ah, yes. There I was, powdering my wig, and the next thing I knew, I was being manhandled by rogues and carried off. As if I can afford not to be at my post.
I do important work for the headmaster, and I need my other frame back at the Three Broomsticks. Just who is Astoria Cricket, and what would she want with your frame? She's a fourth-year troublemaker, that's who. She and her band of hoodlums discuss all sorts of misdeeds right under my nose, and then resent me for overhearing them. I can only assume they took my frame in some misguided attempt to punish me for doing my job. What do you mean you do important work for the headmaster? Let's just say I overhear quite a bit in Serona's fine establishment. And the headmaster likes to know all about it. He's come to count on me in this regard. Reminds me of my prefect days. То есть ты крысишь на всех. I don't suppose you have any idea where your stolen frame was taken. Can you see anything from it? I most certainly can. They brought me to a ruin of all places. Some crumbling atrocity surrounded by water from the sound of it. Oh, I do also recall seeing the coast on the way. Ладно. I could look into the matter for you. Oh, would you? How marvelous. Do it quickly, though, won't you? Здесь не отметят на карте, где это. Off you go, then. Да. Oh, the Ministry will hear about this. The fiends will rot in Azkaban. Какой ты ненормальный. Так, чё ты, кто ты? Astoria Cricket? That depends. Am I in trouble? Ferdinand Pratt thinks you should be. Says you stole his frame. I wouldn't call it stolen. Relocated's more like it. How do I put this nicely? Ferdinand Pratt is a postulant boil, and he's lucky I didn't have him sealed in a wall. Но... Но на самом деле, не, ну как бы придуривается, но не знаю. Surely he can't be that terrible, can he? All he does is spy on students in here and report back to the headmaster. Как я и думал. Sometimes, if there's nothing to report, he'll make it up. I spent 4 hours in detention last week, all because he told Black that I was planning to drain the lake, whatever that means. It was the last straw. He and his frame had to go. May I ask where you put him? Oh, I didn't put him anywhere. The frame is likely with the fine gents I paid to snatch it. They camp in a ruin by the coast. I just wanted it far enough away that I'd never have to think about Ferdinand Pratt ever again. You do know he's screaming in the library as we speak. Oh, for the love of Merlin. If you ask me, he's got nothing to scream about. I could have had him put in the Hogshead. The pampered Pratt would have hated it. Grimy walls, smell of goats. And the patrons, they eat snooty princes like Ferdinand for dinner. But what's done is done. He isn't here anymore. And if I were you, I should enjoy it. Ну, вообще, да. Он звучит как конченый урод. Ой, как это далеко. Где это? А, это... Насколько... В каком... Каком это побережье-то хоть? Жесть. Ну хотя бы там рядом прям этот есть летучее пламя. А я тут вообще был или нет? Не узнаю вроде этих мест. А, все, да? А, ну тут еще есть, ну естественно. Для вас вот это, вот, блин, просто остолбенеем и этим обычным основным заклинанием можно убить. Этого достаточно. Настолько вы лошарские. Давайте это тогда сделаю. Тут надо моль будет опять этих светлячков привести, но хотя бы они все очень близко и удобно расположены. Ну, почти все, ладно.
А что, я не могу через низ, это через верх, точнее, сделать? Ме. Эх. Ну хорошо. И последние тогда вот сюда. Два осталось пройти, чтобы получить усовершенствование последнее. Ревелио. Там вот что-то находится, да? Говорите. Так, ладно. Вот здесь вот где-то находится, да, что-то? А? Внизу? Подождите, а чё? А зачем? Это как сделать? А, вот тут вот вон какое место. Ревелио. Вон он там. Я так понимаю, то, что я там еще вижу где-то вдалеке, это в данжике. То, что мне не сильно нужно. Ревелио. Calm down, I'm here now. Calm down? Those perfumes outside have been talking about burning me. Me! If they weren't all sharing half a brain, they'd realize I'm worth more to them intact and at the three broomsticks. How is that? With everything I overhear, I'm a veritable... А, то есть ты еще и им все докладываешь. Now, stand there. I need to be back by cocktail hour. The place will be like a funeral without me. What if I don't want to return you to the three broomsticks? What on earth do you mean? Не, ну да, метлы точно не стоит, потому что, ну как бы, ну он опять же будет всем просто так проблемы создавать. А вот сюда сжечь это слишком, а вот сюда давайте. What if I took you to the Hog's Head instead? I've heard such nice things. What a funny little joke. Now, the three broomsticks, please. Oh, they're bound to be missing me terribly. Be sure to carry me carefully, won't you? My pantaloons are already creased. Какой же ты конченый. It's pitch black in here. I shan't stand for this. Нет, ты слишком конченый. Делать то, что ты просишь, я не собираюсь. Потому что ты тупой урод. Are you listening to me? Get me out! Обойдешься. Куда я иду? Я сюда хочу, да? Стоп. Я где зелье, да? Да, поэтому надо вот сюда вот идти. Да. Обойдешься без трех метел, урод. А, о, давай, хорошо. What is the meaning of this? This isn't the three broomsticks. No, it's not. It's the Hog's Head. Did you fall into a cauldron of stupid potion? You've brought me to the wrong place. It's absolutely vile in here. It's no three broomsticks, that's for certain. Please, you can't mean to leave me here. Please. Goodbye, Ferdinand. Enjoy your new home. Are you familiar with the hamlet of Irondale? It's south of the castle. I think the cave that Doran wanted us to find is near there. Отлично, отлично. Обойдется этот урод. Мне от его голоса одного уже бесит. Так, поболтать с Нати вначале, потом с Поппи. Давайте сюда.